Итак, всем привет, с вами Саныч 64FUL, это мой цикл видео про DayZ. Сейчас мы играем в DayZ, первый раз я играю в эту игру вообще, то есть в этот мод. И сейчас темная ночь, вам ничего абсолютно, наверное, не видно, мне тоже. Давайте попробуем куда-нибудь побежим, что ли. Я вообще не знаю управления в игре, знаю только как бегать, и как ложиться, и как сидеть, и все. Я знаю, что я хочу есть и хочу пить, это говорили, что все колесиком как-то осуществляется, я не понял. Так, как вообще инвентарь? Какую инвентарь? Я туши не знаю. Так. Это игроки, я так понимаю. Это не то. Тоже не то. Так. Пистолет Макарова. Вот перезарядка, она везде одинаковая, так что тут ничего нового я не найду. Так, давайте посмотрим. Побежали. Я не знаю, как так вообще можно играть. Мы давайте поставим побольше эту, как его зовут, гамму, если тут можно. Настройки у меня стоят. О, так. Видимость на максимум. Вот это, я понимаю, гамма, да? Все равно как-то все это выглядит очень-очень странно. Скажу вам, почему персонаж белый? Ладно. Нет, все-таки это не то было, как я понимаю. Давайте попробуем. Так, как стояло. Не знаю, не знаю. Что и как тут делать. Давайте так поиграем хотя бы. Первый раз играю. Видео, наверное, еще будут, если вы захотите, конечно. Сейчас пока я даже не знаю, куда идти, что, где мы находимся, потому что очень уж темно. Прям пипец как темно. Как в такой темноте вообще кто-то может играть? Я не знаю, я в 4 часа ночи зашел, поэтому так темно. Ладно, давайте попробуем куда-нибудь убежать. Я надеюсь, на зомби мы не наткнемся, потому что это будет пипец. Ну, в такой темноте играть нет смысла, я так понимаю, потому что, ну, блин, вы сами понимаете, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мы нарвемся на зомби и просто умрем, вот и все. Ну, естественно, в такой-то темноте. Ну, давайте все-таки найдем, как тут есть. Давайте дадим управление даже, я не знаю, извините меня за то, что я так туплю, но просто я не знаю. Лечь, встать, сменить оружие. Так, камера... пропустить, поднять оружие, сообщить, выполнить действие, интер, компас, часы, GPS, карту, убрать карту, оптика, замедление времени, тактический вид, отдалить, приблизить, уменьшить и так далее. Ё-моё, сколько тут всего, ну вообще столько настроек, ну ладно. Давайте уж сами как-то разбираться, что ли, мне что-то тут говорили, так, это канал. Что-то сделал. Что я сделал? Уж я не знаю. В общем, если хотите, помогите мне с этим делом, потому что я не знаю, что как тут. Статус. Не-не-не. Это мне не нужно. Space. Так, что вообще? Нет. Нет. Вообще не знаю, что тут делать можно. Что-то вообще странные вещи какие-то я творю. Сколько сейчас игроков? Очень мало на самом деле. Что вообще? А, давайте побежим куда-нибудь, что ли. Вон там поле. Ну, в поле будет все гораздо лучше. Надеюсь, по крайней мере. Ну это прям вообще хардкор. На самом деле очень-очень-очень интересно так играть, но вам ничего не видно, и мне ничего не видно. Пока не разобрался, что как делается. Только помню, что ложится на эту. Кто-то есть где-то. Нет, с гаммой коррекции невозможно играть. Надо ее поставить обычной. Потому что это просто какой-то капец. Так, гамма коррекция.
умолчанию. Блин, и разрешение по умолчанию поставилось. Ё-моё. Ну ладно. Ничего. Позже. Вообще такая темень. Просто не знаю, надо хоть встать, что ли. Давайте уж тогда хотя бы... Нет, с экраном что-то не то творится. Эх, блин, пол видео я буду настраивать экран. Это правильно, вот это вот неправильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот так вот. Тебе должно быть все окей. Все равно как-то все не очень хорошо. Ладно. Как есть, давай. Не, так неинтересно. Блин, я не знаю, что, почему и так произошло, но ладно. Мы это все настроим, я думаю. Вот, это правильно стоит. Не понял я что-то. Ничего здесь. Ну ладно. Давайте уж играть как есть. Вы мне объясните, как там, допустим, использовать еду и прочее, потому что я сейчас этого не знаю, и, конечно, хочется познать самому, но, блин, не знаю. В общем, в любом случае, пока мы ничего не нашли, давайте попробуем продвинуться. Мы, кстати, очень опасно двигаемся по полю, хотя кого тут бояться сейчас такое-то время, я не знаю, кого здесь можно бояться, но ладно. Давайте пока побежим. Сейчас я, наверное, сдохну от того, что не ем ничего. Как инвентарь? Не надо. Мне канал группы всякие. Ничего мне из этого не надо вашего. Мне бы найти, как тут использовать что-либо. Конечно, нет, канал нам тоже абсолютно не нужен. Эх, ладно. Что ли, на этом мы закончим, потому что сейчас я ни в чем не разобрался, и вам не интересно смотреть на то, что я тупо бегаю и ничего не делаю. Я думаю, да. И после того, как я все разберусь, ну, следующая часть уже будет, наверное, днем, потому что это просто пробная часть. И, кстати, говорите, нужно ли вам это по... даже не прохождение, это просто летсплей, потому что игру нельзя пройти. Это просто выживание в зомби-апокалипсисе. Если вы выживете, то все будет окей. Ладно. Я думаю, на этом закончим мы, потому что, ну, вы поняли почему. Давайте, всем пока, с вами был Санч Сердфул, не забывайте подписываться, комментировать и просто оставаться на моем канале. Всем пока, видео будут.